Та упала. А куда лайк упал? Я? Ну, здесь. Внимание! Первый готов! Прием! Начали говорить, что... Вот тебе медпакет! Ты сказал? Держи аптечку, солдат! Я сейчас свалю. А чё к нам Ростропович пришел? Спасибо большое, Тарик! Второго. Нет, Алекс, с третого магазина, если бы был ТЦ, то первого числа работать тоже. Вот твоя аптечка! Я вчера, по-моему, выразился как раз. Вот медпакет, возьми! Ходить в виртуальную реальность. Давай реально приходит тогда, когда есть время и деньги. Не, когда как раз денег много, то виртуальную реальность не скину. О, к нам Ростропович пришел. Я же говорил уже, перешел. Он увидел, что мы выиграли, решил с нами. Я уже думал, как же мы без Ростроповича сможем делать. Да. Так, держать! Я вижу. Все, на крышу. Под нами кто-то ходит. Так вот, в общем, поцарапало случайно, упало. Мне нужны патроны! Так она вообще выжила, нет? Я не знаю. Написано. Мне нужны патроны! Потом что, значит, будет случайно. Бюджетница. Она и потом вышла и начала пинать, я вообще не понял. Я не понял, почему она в обморок попала. Да, там много. Я знаю, да. Да, я хочу туда подняться. Да, их там много, я уже поднялся. Да блин, я ни в кого не попал даже. Чё мне лайфхак порвать?
На празднике в Москве будет снежно и небольшой мир. А чё? У всех в карманах будет небольшой мир. Ваша медицинская помощь. До 30-го продержали. Истина. Вижу вражеского солдата. Отлично, парни. Вы на коне. Так держать. В смысле переоценен? Недооценен или переоценен? На тебе! Переоценен, это значит, он должен стоить дороже. А, нет, наоборот, да, наоборот, наоборот, да, все правильно. Рубля все ушли в небольшом. Да, да. А это не первого будет. Отлично! Мы на полпути, парни! Вот! Медпакет! Возьми! Я так понял, у него процент выпадения. Слушайте, а мы, кстати, сливаем. Отлично! Ну-ка. Мы впереди! Так держать! Нет, а что его... Yeah, this fucking was me.
чё все лежат? По трупу. У кого патроны? Там есть отрава, но багажник. Через нее все что ты делаешь. Валим последних пятерых. Мы почти справились. Сверху. Вот медпакет, возьми! Ханин, сверху. Одного убил. С помощью М-32. А, ну все. Мама сказала?